Мокнуть осталось недолго. Небесная канцелярия решила, что волгодонцы уже слишком пропитали сыростью и решила подарить нам неделю без осадков. Завтра еще возможен небольшой дождь, столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла облачно, а уже со среды город ждут сухие дни. До выходных облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 20, плюс 21. Тем, кто соскучился по отдыху на природе, синоптики советуют планировать поездку на субботу. Будет солнечно, воздух прогреется до 23 градусов тепла, но ветрено до 6 метров в секунду.